тот уважаемый? Какой? Как называется? Ямаха. Ямаха? Ну, вот. У нас три Ямаха и... Сфотографировали правильно? Да, сфотографировали. А это четыре, не понимаю. Это мой, сейчас я купирую. А вообще, вот сюда. А сейчас Ну что ж, Игнатий Тихонович, благодарю вас. Спасибо за научение, за духовную пищу. Спасибо. Только никогда не обижайтесь. Я не должен к никому приноравливаться. Наш глаз должен быть библейско-пророческим. Я сказал, и все. Если неправильно сказал, скажи, ты не прав. А если правильно, все силы приложить. Умрем, это все ваши палочки по ноге, они копейки не будут стоить. Ну вот видишь, растащит. Растащит, разворует. Еще и кладбище его найдут, говорят, и могилу. Клади вот кости да, потревожит. Что-то заочно нас не разрешили. Кто там еще наговаривает на уши? Спасибо. А ой, наговаривает, тот рогатый-то. Он да, всегда да, наговаривает. С нашей стороны, чтобы заочно расстаться, то, что я услышал не так, этого не будет. Хорошо. Никогда. Спасибо. Потому что у меня очень большой опыт. Трудно приобретается, а легко теряется. Да не будет с нами этого. Ну что? Ну, оставайтесь Богом. По хорошей, по ровной. Чтобы дороги. Она еще не закончена, когда закончена. Чтобы мне закончить всю работу по прудам. Ума не хватает. Средств не хватает. Помоги. Послал. Мне так охота пруды поднять. Это очень большое дело. 7 дней. Начинали мы в 7 утра. И с фонарями возвращались. Я думал, он уже здесь, потому что он сейчас приехал. Он уже приехал. Спасибо большое. Благодарю, Сергей. Ну, будете в Барнауле, заходите. Ладно. А к вам поди не добьешься там. Да ладно. Вы предупредите секретаря. Если я приду, это очень... Конечно. Может, вероятно. Выберите время. Выберу. Не в торопях, чтобы так отдать. Пригласил ее парк. Спаси Господи. С Богом. С Богом. Ну, у вас тут община того, что нравится. Сегодня мало. Еще раз. Давай. Благословил уже. Главное, всем служителям, говорите, 20 прихожан. А ты чего это стоит? Вот расскажи, куда митрополит не едет? Не поверит. В каком селе священника или редко, а кого что-то делать ему? Свечки покупают. Вот они.
Погрели там. Ты представь, какая она была, по этой дороге поехали. Ну что, знаешь, какая была? Застряли бы сразу. Ну конечно. Он Игорь ползет на комбайне, так жутко смотреть было куда. А то тут один говорит, да туда на кирпичи? Он говорит, уже 5 раз кидали. А раз она вода стоит в колее, она жиже, она выдавливается. А когда на сухом, то и камень остался бы целый. Значит, нужно, у кого есть известка мне. Есть еще? Нет еще? Известка красивая. Ее же не хранишь долго. Надо мне сейчас доски привезут на той неделе. Начнем отработка и известкой мазать. Ну, известку можно. Там осталось известка. У меня же фляга. Надо. Ну там ну, мало, конечно. Продают? Да вам сколько осталось надо? Ну сколько-то? Ведра-то, наверное, 2-3. Ну, да вон это, к Иосифу обратимся, может быть, даст. Да? Он же в несколько месяцев. В лагере там немножко есть. Ему-то для дома надо. Почему его не было на обеде? Не знаю. Нет, этот Кирилл сейчас убежал. Я спрошу, не знаю. Скажи, торжество вместе со всеми. Звездка есть, немного в лагере осталось. Надо поискать, если все забрать. Нет, ну у него широкую кисть надо где-то достать, чтобы которую размазывать. Нету? Есть. Все, дай мне, привези. Так, помидорами зелеными приехали. Ты знаешь, когда мы...